Привет тебе! Это Василий Шумов. У меня появились новости для центроманов и для тех, кому интересно творчество группы «Центр». Итак, группа «Центр» анонсирует промежуточные итоги. 27 июня во вторник группа «Центр» опубликует новую композицию, которая называется «Промежуточные итоги». Композиция была записана в июне 2023 года. Для центроманов со стажем этот трек по своему гитарному звучанию может чем-то напомнить альбом центра «Жизнь замечательных мужчин» 86 года и альбом «Брюлик» 95 года. Трек «Промежуточные итоги» может также стать ответом на многочисленные пожелания центроманов, которым хотелось услышать новые записи «Центра» в гитарном звучании. Новый трек группы «Центр. Промежуточные итоги» будет опубликован во вторник, 27 июня, в социальных сетях и других ресурсах группы «Центр». В записи трека «Промежуточные итоги» принимали участие Евгений Ильницкий, Виталий Чурилов и Василий Шумов. Вся дополнительная информация о новом треке группы «Центр. Промежуточные итоги» в описании этого видео. Спасибо за внимание!